В этом году в конкурсе на лучшее оформление витрины, зала или фасада приняли участие не только торговые комплексы, но и салоны красоты, кинотеатры, рестораны и кондитерские. Члены жюри выезжали прямо на торговые точки. Выбор лучших конкурсантов проходил по нескольким критериям – оригинальность, опрятность, первое впечатление и комплексная оценка. В число экспертов вошли опытные продавцы – фермеры и пенсионеры, которые торгуют продукцией со своих подсобных хозяйств на специально выделенных льготных местах сельхозрынка. А это значит, что максимальная объективность результатов была гарантирована. Конкурс проходил по 8 номинациям. За лучшее новогоднее оформление торгового центра первое место получило Одинцовское подворье. Золотым призером за праздничный интерьер стал торговый центр «Конфитюр». Самая красивая и сказочная территория предприятия общественного питания оказалась у ресторана «Загородный очаг», а интерьер у ресторана «Корчма Тарас Бульба». Среди предприятий сферы услуг первым местом наградили салон красоты «Лотос». Среди конкурсантов были также отмечены торговые центры «Атлас» и «О-парк», гостиница «Постоялец», кафе «Якитория» и «Своя кондитерская». Подобные конкурсные мероприятия – один из лучших способов создания атмосферы праздника, привлечения внимания покупателей, а следовательно, увеличения объема продаж. Благодаря соревновательной составляющей всем участникам это удалось. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».